Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительную телеграмму главе Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю установления дипломатических отношений между государствами. В ней, помимо слов поздравления, Макрон сообщил о том, что Франция готова открыть авиасообщение с Таджикистаном. «Мне приятно объявить, что французский парламент завершил ратификацию соглашения о воздушном сообщении, которое мы подписали в 2019 году в Париже», — говорится в тексте телеграммы. Французский лидер напомнил, что его страна обязалась это сделать после того, как Таджикистан предоставил в Душанбе в период с 2001 по 2014 год базы французскому военно-воздушному подразделению. В то время, когда мы оглядываемся на прошедшие 30 лет, я хотел бы в очередной раз выразить благодарность Франции вашей стране, добавил следом Макрон. Кроме того, в своем сообщении он уточнил, что готов и дальше продолжать совместную работу по всем направлениям, обозначенным в ходе недавнего визита Рахмона в Париж. «Я особенно рад, что были установлены новые партнерские отношения в области университетского сотрудничества, по примеру недавно подписанного договора между Национальным институтом восточных языков и культур и Таджикским национальным университетом», — добавил он. В конце Эммануэль Макрон отметил, что готов продолжать начатый стратегический диалог по ситуации в Афганистане и ее влиянии на региональную безопасность в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Париж считает региональную стабильность в Центральной Азии жизненно важной.